всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка, крошка, Кэт Макс, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классный режим, потому что Deathrun и карта Black Mesa. Карта очень здоровенная, надеюсь, мы пройдем за одну серию. Если пьете, кушайте, при этом аппетита. Да. Ну давай, погнали. Перед носом закрыл. Ну блин, это было нечестно. Хорошо. Первая ловушка за мной. Так, я хочу, чтобы ты тоже подписал его. Ага. Нажал рано, да? Кстати, я видел твою тень. Я видел тебя, как ты ходишь. Давайте покажу подписчикам, от как это выглядит со стороны. Он нас видит, а мы его нет. Так, тут где-то ловушка. Я сдал, я сдал. Молодец. Профессионал. Мне нравится, как смотреть, как ты погибаешь. Хедкраб. А что он тут делает? Декорация, я думаю. Эй, он меня убил. Бегу, бегу со всей силы. Так. Хорошо, карта очень хитрая. Надо быть внимательным. Так, так, так. А что это за это говнище? А это тебя убивает. Оно должно было меня убить и не убило. Тут ловушка есть? Бочки, бочки справа, видишь? Где бочки? Есть! Я успел! Ля-ля-ля-ля-ля! Красавчик! Так, давай, чтобы потом не летели далеко, будем начинать отсюда же. Entity. Будем ходить и спауны ставить. Открывай. Лифт. Как ты думаешь, будет западло какое-то или нет? Да. А как с него выбраться? Надо резко выбежать, да? Так, мы сейчас успели. Вот тут буду. Вот тут что-то есть? Нету. Пробегай быстро! Есть, я успел! Ха-ха! Это мусор должен был мне на бошку упасть. Но не получилось. Кэт Макс, хорошая попытка. Мне понравилось. Так, иди. Ты куда меня смотрит? И тебе прикольный скин. Так, блин, Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Фух, там было стрёмно. Активировано. Тут ставим. Так, на картофанах, да, надо очень осторожно. Так, пройдено. О, пол это кислота, моё любимое. С двойным прыжком будет наизично проходить. Но я вижу, что не очень-то изично, я проигрываю. Эй, мои ноги, блин, спеклись. Хорошо, что я спаун поставил перед этой штуковиной. Ай. Мне нравится. Могу перепрыгнуть? Блин, нет, я ее принципиально перепрыгну двойным прыжком. Вот так вот. Паркур рулит. Так, сейчас надо очень внимательно. Блин, а что сразу 50 хп снялось? Так. Оп. Оп. Ой. Ой. Запутался в кнопках. Так переживаю. Так, 25 хп. Ответственный момент. Здесь можно просто прыгнуть. Да? Да. Я могу вот сюда прыгнуть и вот сюда. Отлично, ребята, все по-честному. Проходим полностью карту, всю. Ты чего? У меня тут перепонки чуть не лопнули. Это был эпичный взрыв. Ребята, если вам нравится, поставьте лайкосик, подпишитесь на канал. Потому что ролики выходят каждый день, и мы записываем очень классные режимы. Так. Резко побежал. Раз, два, три. Есть, есть, я прошел. А, я думал, оно должно убить нас. Так, тут в крови все. Мне надо кнопку-то нажать. Не работает. О, надо было побить ее монтировкой. Так, что там внизу, интересно? Так, проходим. Блин, прикольная карта, реально крутецкая. Не, нам, наверное, сюда. Нет, нам, наверное, не сюда. Нам, наверное, сюда. Эту штуку нельзя, да, удалить? Нет, ну сюда. А, я знал, я знал. Он ловушку просто нажал раньше времени. Так.
Я знал, что сейчас какой-то будет западло. А, хорошо, идем. Так, ставим тут спаун. Поднимаем. Блин, такой прикольный скин у тебя, мне нравится. Открываем. Так, 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 так. Сейчас что-то он тут нам сделает, я уже это чувствую. А что ты не спрыгиваешь? А то она убьет. Кто убьет? Ну спрыгни. Ах ты дерьмо, а что убило меня? Это пустое место что ли было? Там вам как-то надо налить. А куда ты меня ты пыхнул, или оно само? Ага, понял. Чпонь. Так, 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 сейчас осознаю, что-то здесь. Бочки, видишь красные бочки? Бежи, со всей силы. Бежи, бежи. Есть, отлично. А, дерьмо. Да блин, так нечестно. Хорошо. Дубль 2. Я и не успокоюсь никак. Я пройду по-любому эту карту. Там в конце будет вообще, ребята, эпик. Хочется вам все показать. Так, этот хитрый жук сейчас у нас убьет. Давай тогда поставим тут на всякий случай спаун. Бежи, бежи. Нам вниз надо. А, нам вниз надо. Ага, по кислоте. Вот дерьмо. Не, ну ты представляешь? Я как знал, что надо спа. О! Отлично, двойной прыжок рулит до этого момента. Ну блин, блин, сейчас пройду, смотрите. Эпическое прохождение Димаса. Так, блин, пустая стена оказалась там. Невидимая стена. Хорошо. Не дают нам так пройти. Давайте тогда по низу. Попробуй на вот ту бочку дальнюю приземлиться. О! Отлично. Так, поставим тут спаун. Погнали. Спасибо тебе, что лекаешь меня. Так, прыгаем сразу на дальнюю. Ой, бочки тонут. Ну что ты? Вот разработчик. Это ты нажал кнопку? Да. Ах ты хитрый жук. А я успел уйти. Блин, сложная карта очень. Я пройду. Я верю в себя. Я выжил. Эй! Я из-за тебя поскользил чуть-чуть. Во, это было очень сложно. Отлично, я прошел. Давайте здесь спаун поставим. Погнали дальше. Так, это Макс, это ты нажал? Да. Да что меня убило? Это же пустое место. Я как чувствую, меня Кэт Макс будет убивать и ставлю спауны всегда. Красава. Давайте здесь поставим. Ты слышишь этот шум? А это слив кислоты туда идет? Ага. Нам надо паркурить, погнали. Подожди, а на какую прыгнуть? Давай на эту. Отлично. Так. Вот нам сюда, наверное, надо. Нет, нам сюда не надо. Почему он не прыгается? Так, невидимая стена. Чпоньк. 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 Вам немного не туда. Да? Вам надо попасть в эти бочки. А, вовнутрь? Да. А о, я прошел. Эй, ладно, я проиграл, я упал. Да блин, а что? Паркуристник в никуда. Погнали, погнали, Сквидвард, давай показываю дорогу. Так, почему-то ловушек давно нема. Осторожно. Так. Ставим тут спаун, потому что сейчас Кэт Макс нас тут убьет. Хедкраб. Так, погнали. Не упал. Это было бы прикольно. Ой-ой-ой, повезло мне. Ловушка была сразу. Воу! Блин, я аж дернулся. Красава, Кэт Макс.
вас сзади. Прикольно. Мне понравилось. Хорошо, давайте тут спаун поставим. Так. Внимательно, внимательно. Дальше мы его вмешательство уже нет. Да? Портал! Меня собрали. А куда ты? Я с тобой. А куда? Чего? А, может нам сюда надо? Нет, нам сюда не надо. Так, сейчас, ребята, мы разберемся, что надо сделать. О! Все, я нажал на кнопку. Погнали. Так, что-то сейчас будет прикольное. Ой-ой-ой. Я отойду на всякий случай. Вот, выбирай, куда мы пойдем. Так, давай. Давай. Danger from. О, ребята, это как... мини-игры. Это как вы меня должны наказать? Ага. Получается, мы все умрем, да? Наказали и себя, да, тоже. И Едра, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите его ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!